Валентина? Валентина? Как тебе подарок? Понравился? Я не так глупа, как тебе кажется. И не позволю больше надо мной смеяться. Orestes! Что случилось? У сеньориты Адрианы в комнате мужчина. Орестес! Я в него попала. Орестес, я не хотела, честное слово. Извини. Орестес! Орестес! Знаешь, если ты притворяешься, это переходит всякие границы. Ты слышишь меня? О, Боже! О, Боже! Боже! Папа, тебе больно? Ты ушибся? Папочка! Папочка! Я его убила! 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 Что будем делать? Может, спрятаться под кроватью? Не сходи с ума. Там сразу же посмотрят. Как мне отсюда выбраться? Попробуй через окно. Прыгай. Что? Через окно? Спятила? А если я сломаю ногу или ребро? Лучше ходить в гипсе, чем встретиться с Олимпией Меркурий в комнате ее дочери. Господи, как все хорошо начиналось. Ариадна Маргарита, мое терпение на исходе. Если сама не откроешь, я позову Рокки, и он выломает эту дверь. Роми. Открывай. Ну давай же, прыгай. Пока. Она си ноги, Роман. Тебе нравится адреналин? Сейчас его у тебя будет в избытке. Если меня тут увидят, кошмар. О, Господи! Брюки забыл. Только не это. Ну и влип же ты. Влип же ты, парень. Ладно. Но можно дойти и в белье. Что это с Орестесом? Интересно, он уснул или напился? Ничего себе. Здорово его приложили. Спасибо. Ты спас меня, чемпион. Рокки. Рокки. Сеньор Олимпия, помогите, пожалуйста, там. Только тебя мне не хватало. Делай одолжение. Уйди отсюда и не попадайся мне на глаза. Убирайся. Убирайся. Подождите, сеньорита. А ты молчи. Убью. Вот так-то, брат. Чего только в жизни не бывает. Ты отнял у меня титул чемпиона, а я оставлю тебя без штанов. Нравится? Это называется взять реванш. Я тот, кто оставил без штанов железного человека. Пока. Я побежал. Толстуха. Это снова ты. Смотреть надо, куда бежишь. Послушай, толстуха, ты не видела меня здесь. Меня тут не было. Если проболтаешься, у тебя будут проблемы. Я буду все отрицать. Какое мне дело, был ты тут или нет? Черт, кажется, у тебя обнаружился характер. Это даже забавно.
Спасибо, что не раздавила, моя сладкая. Пока, милая. Орестес, дорогой, не умирай, пожалуйста. Где ты был? Ходил по делам, сеньора. Чем могу служить? Выбей эту дверь. Выбить дверь? Может, лучше сходить за ключом? От нее нет ключа. Выбивай. Ладно. Ну давай же, чертова железка. Не надо со мной так шутить. Заводись. Говорили, новая машина, как же? Я тебе еще устрою. Ладно, оденусь на улице. Надо убираться отсюда подальше. Вдруг толстуха проболтается. Ну все, бежать надо отсюда. И поскорее. Ариадна Маргарита. Ариадна, я не шучу. Я знаю, ты там с Романом. Добром вас прошу, выходите оба. И мы прямо отсюда отправимся в церковь. Открывай дверь. Кому говорят? Роман? Ее папочка. Вот не везет. Орестес! Орестес! Что это? Когда он успел раздеться? Или, может быть, это он... Ладно, я ничего не знаю. Орестес! Орестес! Орестес, пожалуйста, открой глаза. Орестес! Ты такой бледный и почти холодный. О, Боже, я его убила. Орестес, убила. Я просто хотела выбросить коробку, Орестес. Пожалуйста, прости меня. Прости. Сердце бьется. Значит, он жив. Орестес. Ну, пожалуйста, открой глаза. Ты не просто бросила в меня коробку, ты хотела убить меня. Орестес. На русский язык фильм озвучен компанией Zone Vision по заказу ТНТ. Aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz. Me darás entre otras cosas aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir. Seguiremos siendo quienes dicen la verdad, que vamos descubriéndonos con naturalidad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se...